Всем добрый день. Сегодня будет у меня первая закладка яйца. Легорнов белых. Стандарт, не миники, не карлики. Обычные белые у нас. Хочу проверить на оплот. Есть заказано яйцо на цыплят. Но пока я не продаю ни яйцо, ни цыплят, так как будет у нас первая закладка. Что хочу сказать по яйцу. Яйцо смотрела на воскопе. Так как стала замечать, что бывают просто вот трещинки по яйцу. Их вроде бы не видно, а яйцо получается треснутое. По весу. Самое крупное яйцо не брала. По 75 грамм. Такое яйцо я отбраковала. Ну, скажем так, не отбраковала. Оно пойдет как столовое. Его с удовольствием приобретут. Или мы его съедим. Здесь у меня 66 грамм и... 66-68 до где-то 70-72 грамма. Вот такой диапазон. Больше не стала брать, крупнее. Просто может быть двухжелтковое яйцо. Вот. Уток буду сегодня закладывать. Вот, кстати, одно яичко. Посмотрела тоже, их уже помыла, все яички. Посмотрела тоже через овоскоп. Внутри здесь уже что-то темненькое, какое-то пятнышко катается внутри. Я так думаю, что это уже зародыш. Первый раз у меня такое, до этого не было. Жалко, что я не написала числа на яйцах. Ну, как бы яйцо вроде бы свежее. Самое большее ему тут, ну, дней 12. Вот, на уток у нас заказ. Ну, а мараны пойдут просто паровозом, чтобы заполнить место, скажем так. Самые хорошие, самые коричневые я продала. То, что вот эти вот немножко облезлые, это не обращайте внимания. Я их помыла очень усердно, чтобы помет смыть с яйца. Это, мужу очень нравится именно мясо петухов. Маранов. Он еще посмеялся, говорит, у тебя все равно одни петухи выводятся, выведем нам петушков, маранов. Так что вот. Это... Теперь будем надеяться, что это будут одни петухи. Это будут нам мараны. Так что вот. Чуть попозже сниму видео про легорнов. Больше у меня, конечно, сейчас вот акцент на легорнов. Мне надо проверить яйцо на оплот. Петух работает, петух молодой. Ну, в принципе, и куры у нас молодые. Им вот как раз год. Этой осенью они начали нестись. Самое главное мне сейчас проверить легорнов. Вот такие у нас новости. Все, всем удачи!